ведь сегодня у меня для вас салат, который вы непременно захотите приготовить на праздничный стол. Для начала нам нужно нашинковать крупную луковицу, четверть с кольцами. В лук добавьте щепотку соли, пол чайной ложечки сахара, немного черного перца и молотую паприку. А также добавим 1 чайную ложку яблочного или бальзамического уксуса. Все перемешаем и уберем в сторону. Заранее я отварила 1 куриную грудку, 300 граммов куриного филе. Нарежем его соломкой или разберем на волокна. Также заранее я отварила 4 куриных яйца. Осталось нарезать их крупной соломкой. Яйца отправляем в салатник к куриному филе. Сюда же присоединяется 1 банка консервированной кукурузы. Осталось нашинковать соломкой овощи. 1 болгарский перец. 300 граммов свежего огурца. Шинкуем также средней соломкой, сильно не мельчите, чтобы в салат не выделилось слишком много овощного сока. Если огурцы очень водянистые, то рекомендую откинуть их на дуршлаг со щепоткой соли. Это последний овощ, который входит в состав нашего салата. Режем соломкой. 2 крупных помидора. Я буду резать 1,5 помидора, потому что они у меня очень большие. Этого будет много. Лишнюю жидкость с помидоров оставляем на доске. Лук замариновался. Также я из него слила весь выделившийся сок и отправляю в салат. Перед подачей заправляем салат майонезом. Все салаты, в которых присутствуют свежие овощи, я рекомендую перемешивать строго перед подачей, чтобы в салате не выделилось слишком много овощного сока. Не забудьте добавить щепотку соли по вкусу. И всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием этот потрясающий вкусный салат. Ставьте лайки. До новых встреч в следующем видео.